Мы сейчас находимся на территории Северного леса, который, к сожалению, находится в запущенном состоянии по причине того, что находится в частной собственности. А собственник далеко не заинтересован в развитии данной территории, как лесопарк, и, скорее всего, заинтересован в застройке над квартирными жилыми домами. Поэтому обращаемся к вам, губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев, повлиять на ситуацию, а именно пусть правительство области примет решение о смене собственника земельного участка, а именно перевод собственности то ли субъекта федерации, то ли муниципальной собственности, изменение статуса с земель сельхозназначения на земли лесного фонда. И мы считаем, что это приведет к кардинальному изменению с лесопарком Северный лес. Уважаемые воронежцы, 18 февраля этого года я выступил с видеообращением к губернатору Гусеву с просьбой убрать нависшие и падающие деревья на территории парка Северный лес. Деревья были убраны. В этом же месяце губернатор Гусев в сети ВКонтакте дал публичные обещания, что территория парка Северный лес будет передана в муниципальную собственность. Прошло уже 3 месяца. Возникает вопрос, сколько еще жителям Северного района, проживающих рядом с природным парком Северный лес, наблюдать, как на их глазах погибают деревья и погибает Северный лес. Хотелось бы узнать более точные сроки.